В Адлере на улице Ульянова дети попытались угнать прокатный скутер. Они сломали транспортное средство, слили из него бензин и подожгли лужу на дороге. Ситуацию усугубляло то, что рядом находилась проезжая часть двора с припаркованными автомобилями. Помимо нанесенного ущерба, дети подвергали опасности свое здоровье. В Сочи расчистили трассу от упавшего дерева в поселке Лао. Оно рухнуло на проезжающий мимо автомобиль, полностью перекрыв дорогу. Как сообщили очевидцы, никто не пострадал, но водитель не на шутку испугался. На место происшествия оперативно прибыли медики и сотрудники госавтоинспекции. Движение частного и общественного транспорта быстро возобновили по двум полосам, но пробка осталась. Не исключено, что водителю поврежденной «Тойоты» предстоит продлить свой отпуск, так как автомобиль нуждается в дорогостоящем ремонте. Очередных торопык, увязавшихся за скорой, сняли на видео медики, ехавшие в машине. Нарушители создали на дороге аварийную ситуацию. Скорее всего, их привлекут к административной ответственности, и штрафа им не избежать. Огромная пробка возникла в Сочи из-за ДТП на федеральной трассе. На спуске к поселку Дагомыс столкнулись два автомобиля. Разбитые машины полностью перекрыли собой одну из полос движения. Из-за этого на дороге образовалась огромная и постоянно растущая пробка. Кроссовер врезался в подпорную стену в результате ДТП. Авария произошла на улице Транспортная в Хостинском районе города Сочи. Судя по видео, без пострадавших не обошлось, образовалась пробка. Сотрудникам госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства случившегося.